Наверное, вот я думаю, что русский человек, он, в принципе, спокоен. Он достаточно спокоен, уравновешен. Это определяется, не знаю, генетически, потому что вот человек обладает вот этими полями, бесконечными степями, лесами, морями, океанами и так далее. И не дай бог довести этого спокойного, уравновешенного человека до точки кипения. Я бы не хотела видеть, что произойдет, если Россия ввяжется в войну. Хотя, наверное, теоретически можно сказать, что состояние войны уже есть на определенных границах. Но если пойдут люди именно туда, большими, такими большими взводами, скажем так, да, не дай бог. Но нужно всячески постараться, чтобы этого не было. Может быть, кто-то вмешается, я не знаю, может быть, какая-нибудь нейтральная страна, которая... Южная Африка, например, или, ну, Япония. Кто-нибудь, в общем, мне кажется. Потому что у нас вот когда в Грузии горячие мужчины начинают драться, вмешивается женщина, кидает такой платочек, и бой прекращается, даже если там просто бьются насмерть. Вот есть такая. Вот кто-нибудь платочек бы кинул, было бы просто волшебно.